Всем привет, с вами Валек. И давненько не было видео с прошлого года. Мало кто посмотрел поздравления, но это очевидно. Новый год был, так сказать, насыщенным на всякие рода вещи. В том числе и окончание беты, альфа-бета. Ну, короче, теста if echos. И он закончен успешно 10 числа еще. Да, давно. А я еще ничего не записал, потому что, как некоторые, сейчас внимание будет критика, потому что я подписан, ну, на коллегу, а он флапает на это. Ну, не могу. Что мусолить одну и ту же тему? Ну, господи. Ну, да ладно, пока... Она у нас не удел, вот решил посмотреть, может, что в Second Galaxy, так сказать, изменилось. Да, особо ничего здесь и не изменилось, все то же самое, в принципе. В принципе, что тут, все то же самое. Изучение, давай посмотрим, изучение корабли. Раз это не появилось, или появилось? Раз. Так, я думаю, стоит пойти в магазин. Так, нет. Ну, короче, все то же самое. Здесь все то же самое. Ничего такого нет, только на FPS здесь... Все лучше. Это даже на мобильнике. Не спорю. Прям я после Евы заходил и прям аж глаз радовался. FPS прям прыгнул. И на этом все. Даже не знаю, что тут показывать. Нечего здесь показывать. Все то же самое. Возьму я свою Джилу. Любимую. А, не взял Джилу. Черт. На компьютере так вообще все изумительно. Прям... бесподобно. На мобильном телефоне тоже прям красиво все выглядит, советую. Так, что у нас тут есть? Ничего у нас тут нет. От Wormhole есть. Что-то нот. Что это такое? Да, войдем. Во-во-во, тихо, потише. Ближайший на Wormhole, что ли, пишет? Что это? А, ну... Нет, стоп, я торможу, у меня много времени. Собственно, пока If Echos не выйдет, она выйдет не скоро, по видео по ней не будет. Ну, даже я не знаю, с самого начала не будет, то смысл одно и то же с самого начала показывать. Я смысла не вижу перетирать одно и то же. Прям перетирать некоторые, прям перетирают одно и то же. А вот чтобы делать, чтобы ни хера не делать. И так далее. Труд. Поэтому и по Second Galaxy видосов нет. И по... Что это такое? Наверное, новый ивент какой-то, я не помню. The Trondheim. Собственно, ну, блин, ну, планет, да, красиво, все отлично. Собственно, не буду тереть, ничего не буду тереть. Что у нас, допустим, посмотреть, что с корпами вот здесь. Здесь с корпорациями, да, здесь корпорации. Или нет, я уже не помню. Так, здесь что-то расширилось, что ли, непонятно. Собственно, посмотрим. Корпоративный суверенитет. И... Мест нет. То есть для молодой существующей корпорации нереально. Здесь. Где там? Вот прям. Вот, ну, особо... Не, ну, есть места. Ну, допустим. Сюда ткну. Эй. Не тыкается.
Ну, вот это. У меня вообще ничего не такая. Зашибись. Ну, есть небольшие места, но, скорее всего, там уровень безопасности охренеть какой, и захватить систему малой корпорации не судьба. Таможенный патруль. Вот такие вот вещи. По Second Galaxy, не знаю, будет видео, не будет. Ну, когда что-нибудь новое появится. Появятся корабли новые корабли, новые расы. Что-нибудь в этом роде. Я даже не буду перетирать. Не будет больше. Что-то скоро будет. Собственно, не упущу возможности и запишу сюда рекламу своей аркадной игры. Можно посмотреть по ссылке в описании. Поиграть в веб-браузере. Ничего не надо устанавливать. Прямо в браузере можно поиграть. Это простая аркадка. Пройди уровень, долети. И все. Целых два полноценных уровня уже на готове. И скоро будет третий. Я уже делаю. Он еще в процессе. На стадии уже моделирования. Этот уровень. Так что скоро выкатится и третий. Он будет более сложный. Так что увидимся. Такое вот короткое видео, не знаю. Вроде пару выпустил насчет того, что некто каждый день трет одно и то же. И вот так вот. А Second Galaxy хорошеет оптимизацией. Ждем Eve Echoes с ее тоже оптимизацией, когда она там выйдет. Она скоро, ну скоро, скоро не скоро. Все в Дискорде, все, и те, кто тут, уже все сказали. И предвещает на это видео много дизлайков. Увидимся в следующем видео. Будет интересно.